нашего проекта «Безопасные и качественные дороги» уже более 70% проекта, предусмотренного на этот год, уже реализовано. И не только мы наблюдали устройство асфальтобетонного покрытия на улицах и проспектах города, но уже нанесена и разметка. А, к сожалению, есть у нас регионы, которые даже еще не заключили государственный контракт. А уже, считайте, половина сезона, полулета прошло. Поэтому Республика Татарстан, Министерство транспорта, президент Татарстана предложил правительству предусмотреть возможность, если регионы, участвующие в проекте в текущем году, не успеют заключить контракты, выполнить работы и, соответственно, оплатить эти работы, и останутся средства, у этих регионов двоечников финансовые средства будут переброшены на те регионы, которые могут выполнить эту программу. Сегодня мы с президентом, с Ленаром Ринатовичем, обсудили такую возможность, и наши коллеги в республике имеют такой задел, поэтому мы более детально объекты, которые дополнительно могут быть реализованы в текущем году, сегодня еще мы, значит, приняли решение, люди будут путем голосования голосовать, и вот наибольшее, так сказать, количество голосов, которые получат объект, они в приоритетном порядке будут попадать в программу. То есть это будет все делаться открыто, мы тем более проводим общественные слушания, поэтому в этих агломерациях именно работа будет построена таким образом. И вы видите, что сумма, направленная президентом, правительством Российской Федерации, она беспрецедентна. Таких объемов, а я напомню, это 2,4 миллиарда рублей на Казанскую агломерацию и 1 миллиард 250 миллионов на Набережно-Челнинскую агломерацию. Это огромные средства, которые дополнительно, помимо всех наших текущих расходов, направлены на решение наиболее острых проблем. То есть отобраны те объекты, где наибольшая интенсивность, где были наибольшие разрушения.